вещи странные свели меня с ума. Ва! Ва! Спасибо! Пониже там надо. Ну, это уж не важно. Такие у меня много романсов, а он, вот этот водопроводчик, да, подходит к дверям, а тут поет, когда поют, да? А он подходит к дверям и стучит в таз. Послушайте. Николай Михайлович, это я вам говорю серьезно. Его надо, послушайте, его же надо припугнуть. Да подождите же, припугнуть. Вот Леонид Иванович сказал, что вы справитесь. Что, нет? Вы справитесь? Вы меня извините, конечно. А что? Только они мне сейчас билет привезли. Какой билет? Ну, какой? Поезд. Вы что, уезжаете? Уезжаю. А куда? В деревню. Да. Да. Надолго, да? Надолго. Ну, ведь вы мужчины. Вечно куда-то уезжают. Но чаще всего они возвращаются. Куда? А что? Сюда? А что? Да ни за что! Ой, так вам сюда тяжело? Тогда послушайте, Николай Михайлович, просто так предлагаю. У меня большая комната. Если сюда тяжело, вы можете вращаться ко мне. Там есть место для второго человека. Спасибо, конечно. Пожалуйста. Только знаете ли, у меня там дом в деревне. Да. Сестры, вот такое дело. Николай Михайлович, что? Можно я вас прошу? Возьмите меня, пожалуйста. Куда? Возьмите меня в деревню. Да вы что, что, Роза Александровна? Ну, пожалуйста. Роза Александровна, милая. Ну, пожалуйста, возьмите в деревню. Я буду помогать вашей сестре. Я ведь что-то умею делать. Ну, хорошо, не готовить. Но я, хотите, буду вышивать. Нет, не надо. Тогда, послушайте, я там в вашей деревне устрою хореографическую студию. Да. Нет. Дорогая вы моя, да кто ж там у вас танцевать-то будет? Там одно старье живет. Сядьте. Ну. Я целый день какие-то глупости. Ну все, только не плачь. Я не буду. Ну не надо плакать, не надо. Ну не буду, я не буду. Ну хорошо. Что? Ну останется время до поезда. Ну заедем к вашему водопроводчику. Ой, спасибо. Да не за что. Николай Михайлович, только пожалуйста скажите, а я вам, значит, совсем не подхожу? Да вы что? А что? Да разве можно такой женщине, как вы, и в деревне жить? Да вы такая... Какая? Вы такая... Господи, я даже не знаю, как сказать, какая вы. Что? Да, так что уж вы, родненькая моя, ну вы супруга-то себе уж... Ну подбирайте такого вот. Да какого? У меня сейчас такая жизнь. Мне совершенно все равно. Ну все. Ой, простите, пожалуйста. Я понимаю, не плачь. Я понимаю, живете одна. Конечно. С мужем другое дело. Водопроводчик будет по тазу стучать, а муж по его голове. Ну понятно. Только, ну, ладно, все. Ну, все, извините, пожалуйста. Знаете что? Что? Да черт, если хотите, что? Приезжайте ко мне в деревню. Спасибо. Просто так. Просто. Места хватит. Спасибо. Только какой же из меня жених? Мне уж на кладбище пора.
Ну, это я понимаю. Нет, вы меня поймите правильно. Простите, пожалуйста. Ну, конечно. Ну, конечно, само собой, ну, мне одному тоже не сладко будет. Только вот что я вам скажу. Вы уж меня простите, Роза Александровна, да. Только я-то вам. Ну, зачем? Понимаете, дорогой Николай Михайлович, вы знаете, иногда, вы такой очаровательный, вы знаете, иногда вы мне даже очень симпатичны. Да ну, бросьте. Ну, честное слово. Там звонили? Звонят. Ну, ничего страшного. Это ваши дети? Ну, тихо. А я боюсь. Ну, ничего, боюсь. А не мне выгодно? Нет. Нет, я пошла. Я пошла. Никуда вы не пойдете. Почему? Мы с вами едем в деревню. Нам от них ничего не надо. Так что прошу обратно. За стол. Николай Михайлович, я слово даю. Сядьте. Я научусь готовить. Давайте сюда. Знаете почему? У меня есть книга, пусть есть такой вещь. Значит, да. Она осталась от сестры. Слушайте меня внимательно. Да. Пенсия моя в полном вашем распоряжении. Но больше у меня ничего нет. Выйдите, открывайте. Вот то-то. Я плохо выгляжу, подождите. Нормально выглядите. Ну, а почему вы не волнуетесь? Я вам говорю, спокойно. Не трусите. Пошел. Николай Михайлович, послушайте меня. Вы должны жениться именно на этом.
Ой, Господи. Она добрая. И притом я ухожу, потому что я не вы, и у меня есть сердце. Ой, нет, дорогая моя, не вы уйдете, а уйду нет. Я. Да, нет, я просто нет. Требую, чтобы с Николаем Михайловичем объединились. А знаете уйду. Что? Не надо этих намеков. Нет, пожалуйста, нет, пожалуйста. Нет, пожалуйста, пожалуйста. Да подождите вы, женщины. Что? Не уходите. Это кому вы сейчас сказали? Обе не уходите. Я ничего не знал! Я... Я вообще не знала ни про какое замужество. Ваш зять, он меня пригласил сюда на чашку чая. Больше он мне вообще ничего не сказал. Я совершенно не имела вас в виду. Все. 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 Подождите, женщина. Подождите. Да если б я знал, что все так обернется. Да я бы костюм одел, что я гопник какой. Но когда дошло до меня, что он такое задумал, так обидно сделалось, думаю, делает из тебя Николай на старости лет насмешку. Я ж думал, вы сговорились с ним. А вы, оказывается, и ни при чем. Ну и ладушки, все. Нет? Что нет? Ко мне. Что это такое? Это Яна Ларина, да, кажется? Да. Вот что. Вот что. Девочки. Поехали со мной в деревню, а? Правда. Ну что, дом Тонин небольшой. На места всем хватит. Я его подремонтирую. Ага. Окна на реку. В лесу. Ягоды. Грибы. Вокруг тишина. Кругом никого. Картошку посадим, а? Да слушайте, какая картошка? Ну какая? Она... Ну объясните мне, какая картошка? Вас взять, он обещал мне помочь, иначе я вообще никогда бы сюда не пришла. Все. Я совершенно не предполагаю.